Бойцы! Вы все теперь в рядах по красотуре! Спекся! Здесь вам, не там! Здесь надо работать! Я понятно объясняю! Как твое имя, сынок? Маркони! Не слышу! Маркони, сэр! Так-то лучше! Как ты красишь? Я крашу художку! Художку! Художку красят только быки и пидоры! И что-то я у тебя рогов не вижу! Возможно, вы не туда смотрите. Сэр? Вот голос прорезался! Заебись! Три плазмы вне очереди! Есть, сэр, есть! В науке известно множество способов покраски плазмы, и мы покажем только часть из них, а конкретно целых три. Первый и самый простой – мы идем от светлой основы. Соответственно, берем Celestial Grey, самый светлый серый из оттенков, представленных в линейке ГВ, и красим им это ребристое тело плазмы. Затем покрываем поверхность глянцевым лаком и ждем его полного высыхания. После того, как лак высохнет, берем Glaze Gilliman Blue и постепенно наносим его в несколько слоев на поверхность плазмы. Таким образом, выстраиваем такое небольшое свечение, оставляя как раз таки самый светлый участок посередине плазмы. И получается такой как бы небольшой эффект свечения. Затем можно подвести ребра тем же самым Celestial Grey и на гранях чистым белым подчеркнуть самые светлые участки. Следующий способ более замороченный. Что нам для этого нужно? Базой будет Temple Guard Blue. Мы его проливаем с помощью разбавленного Drakenhof Nightshade. Разбавляем Drakenhof Nightshade с помощью Lamian Medium в пропорции 1 к 1. Таким образом, наша проливка заполнит как раз таки рельеф плазмы, выделит все необходимые ребра. И, в общем-то, на этом можно остановиться. Но нет, мы восстановим цвет плазмы с помощью Temple Guard Blue и затем, добавив немножко белого, подчеркнем ребра плазмы. И таким образом у нас получится, опять же, довольно-таки эффектная, красивая, голубоватая плазма. Третий вариант у нас самый замороченный, но, наверное, самый интересный по итогу, так как у нас получится небольшое свечение, так называемый эффект OSL, Object Source Lighting. Итак, что нам для этого нужно? Опять же, светлая подложка в виде Celestial Grey. При этом, когда мы наносим базовый слой, мы чуть-чуть заходим на грани плазмы. Это нам понадобится для того, чтобы затем как раз-таки получился эффект свечения. И затем мы поверх нее начинаем делать глейзы. Точно так же, как и в первом варианте, только для этого нам понадобится Sotek Green. Получается у нас такой зеленоватый оттенок у плазмы, и при этом мы выстраиваем контраст, двигаясь от центру краям плазмы, чтобы опять же оставить небольшой участок самого светлого оттенка. И также не забывайте чуть-чуть зайти за края плазмы на непосредственно прокрашенный металлик, чтобы у нас получилось такое небольшое голубоватое, зеленоватое сияние. Затем мы добавляем плазме яркости. Для этого берем Celestial Grey и, как и в предыдущие разы, подводим здесь ребра плазмы. Также, чтобы усилить эффект свечения, берем Temple Guard Blue и проходимся им по краям плазмогана, таким образом закрепляя эффект свечения. Финальные штрихи чистым белым проставляем блики на самой верхушке
ребер, чтобы наша плазма смотрелась еще ярче и прямо-таки светилась от энергии, которая ее переполняет. Вот такая вот плазма у нас получилась. Так что, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и... Эй, Щеко! Ты что здесь делаешь-то? Я, сэр, повторяю обязанности малярного. Малярного, сэр. Малярного? Я тебя научу игровуху любить.